Приветствую вас на канале компании International Business. Меня зовут Ирина Яновская, и я являюсь экспертом в области миграционного права. Сегодняшнее наше видео будет посвящено хорошей новости для граждан Республики Беларусь. 31 августа министр здравоохранения Болгарии профессор Ангелов выдал приказ номер РД-01-488 о том, что лица, прибывающие в Болгарию с Республики Беларусь, допускаются на территорию страны без необходимости предъявления документа, подтверждающего отрицательный результат на полимеразную цепную реакцию на выявление COVID-19. Снятие ограничений также касается и обязательной 14-дневной обсервации. Приказ вступил в силу 1 сентября 2020 года. Также снятие ограничений касаются и граждан из Турции и Сербии. С полным текстом приказа номер РД-01-488 можно ознакомиться на официальном сайте Министерства здравоохранения Болгарии. С 8 сентября белорусские авиакомпании запускают 3 чартерных рейса в Болгарию. Самолеты будут летать из Минска в Бургас и обратно. Ограничение на рейсы пока снято временно до 30 сентября. Поэтому, если вы являетесь гражданином Республики Беларусь и у вас была запланирована поездка на подачу документов ДАБЧ, или для получения удостоверения о болгарском происхождении, или на прохождение интервью в Министерстве правосудия, либо чтобы забрать указ президента о присвоении гражданства Болгарии, можете смело обращаться к юристам компании International Business и планировать свою поездку в Софию. Чтобы быть в курсе последних новостей в области миграции, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, пишите комментарии и жмите на колокольчик. А по вопросам легализации в других странах Европейского Союза обращайтесь к юристам компании International Business. С вами была Ирина Яновская. До новых встреч!